спортивную инфраструктуру мы приятно удивлены, потому что сегодня вот в этом прекрасном зале, где тренируется и выступает в соревнованиях высшей лиги наш футбольный клуб «Автодор», спортивный клуб «Автодор». Руководитель присутствует сегодня тоже здесь, и в рамках нашего визита запланировано посещение сегодня матча между командами «Автодор» и «Волга» из Саратова. Мы планируем в 2017 году провести ряд мероприятий, которые позволили бы создать предпосылки для будущего развития мини-футбола на территории Смоленской области, Смоленске и вообще, в общем-то, в Черноземье, и сделать, наверное, Смоленск, как мы сегодня обсудили, таким базовым местом, центром развития мини-футбола на территории Черноземья. Почему? Потому что вы знаете, что совсем недавно, в сентябре, на чемпионате мира наша сборная завоевала впервые в своей истории серебряные медали. Это самое большое достижение на мировых первенствах для нашей сборной. За всю историю 8-летних чемпионатов 8 раз наша сборная проходила 8 чемпионатов мира. И вот это самое большое достижение для нашей страны. И, конечно же, это сегодня будет являться большим толчком. И последующие 4 года до следующего чемпионата мира от Европы в мировом первенстве среди трех призеров, помимо Аргентины и Ирана, Европа представляет наша страна. Конечно, надо использовать с помощью вас, уважаемые журналисты, этот факт и пропагандировать успехи нашей сборной, и которые будут позволять развивать мини-футбол в регионах. Мы рады тому, что Смоленск является тем регионом, который активно принимает участие в таких массовых проектах, как мини-футбол в школах, мини-футбол вузы. И на последнем финальном розыгрыше две команды, мужская команда мальчиков заняла первое место, команда девочек заняла третье место в проекте мини-футбол школы. Это говорит о том, что политика, которая выстраивается губернатором и всей командой сподвижников, которые развивают футбол и мини-футбол, выстроена настолько правильно, что во всех уровнях дошкольного, массового, студенческого, профессионального, полупрофессионального, любительского, ветеранского мини-футбола и футбола мы не разделяем ситуацию. Идет планомерная работа. Наша задача лишь корректировать и давать какие-то, может быть, новые импульсы и идеи из Москвы, которые регион будет поддерживать. То, что Лев Васильевич нас заверил в полной поддержке, для нас это очень важно. Почему? Потому что без поддержки, вы знаете, в нашей стране, без админа ресурса и без поддержки первых людей в регионе сегодня сделать что-то новое, интересное и даже полезное практически невозможно. И мы очень рады, что сегодня вот «Автодор» поддерживается.